На спорте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «На спорте» и я, ее ведущий, Антон Погодин. Сегодня гостем нашей программы является главный тренер хоккейного клуба «Родина» Андрей Рушкин. Андрей Анатольевич, добрый день. Добрый день, уважаемые болельщики. Здравствуйте, Антон. Андрей Анатольевич, мы с вами встречаемся в тот период времени, когда ваша команда уже должна тренироваться бы в Ульяновске, на большом льду проводить последний заключительный ледовый сбор перед стартом чемпионата. Однако и вы, и вся команда в Кирове. В чем дело? Что случилось? Ну, в принципе, мы должны были уехать на последний сбор перед чемпионатом, но форс-мажорные обстоятельства сложились в э, Ульяновске. Они не сложился турнир очень много команд отказалось но и у нас есть несколько больных человек два так скажу на данный момент больные коронавирусом поэтому мы решили приняли такое решение остаться пока в кирове тренироваться в союзе на льду и выполнять еще некие, некие моменты здесь кроме льда но к сожалению пока мы здесь вы так говорите о коронавирусе, ну, без всякой тревоги, то есть это уже такой сопутствующий элемент нашей жизни, с которым нужно смириться? Абсолютно, да, мы считаем, что уберечься практически командам невозможно, представляете, у нас 30 человек, они каждый день уходят домой, общаются с большим количеством людей, с женами, детьми, мамами, папами, конечно, общий круг получается очень большим, конечно, мы... Каждый день тестируем хоккеистов, приходят они, меряют температуру. Сейчас у нас есть договор с Лайтом, когда мы можем в определенный момент взять тесты на коронавирус моментально наш доктор берет, тут же везет и через сутки у нас готов. Мы это делаем, мы следим за командой, но это наша жизнь коронавируса, поэтому здесь мы как бы спокойны, мы понимаем, что вряд ли он пройдет мимо нас. Если не секрет, как ребята переносят сейчас заболевания? Симптомно, бессимптомно? Надеюсь, ну, в больницу не угодили? Никто не угодил в больницу. У нас Роман Козулин дома, температура только один день, но положительный тест. Также Андрей Клобуков, тоже температура один день, но тест положительный. Сидят дома на изоляции, все как обычно, как положено. То есть, в принципе, каких-то серьезных таких заболеваний, ну, к счастью, у нас нет. Пока. Дай бог, чтобы и не было. Да, и дальше да. вирус в команде не распространялся. Абсолютно. Тем более, что сезон уже не за горами. Меньше месяца остается mm -hmm. до старта чемпионата, который, в принципе, долго было непонятно, вообще состоится, не состоится. Календарь будет, не будет опубликован. А вообще, насколько в таких ковид-условиях удается выдерживать тот тренировочный процесс, который был запланирован, и сколько за прошедшие, скажем так, несколько месяцев этот тренировочный процесс, этот тренировочный план приходилось перестраивать, перекраивать, снова подбивать, что-то менять? но в принципе, конечно, коронавирус влияет на наш тренировочный процесс, это даже не обсуждается, где-то что-то мы переделывали, но не глобально, я так скажу. В принципе, в данной ситуации мы выдержали практически э, все лето, э, сентябрь и только вот сейчас немножко изменили свои планы, но я не считаю это критичным, потому что э, мы сейчас ждем э, максимальной быстрой заливки льда э, в городе Кирове, потому что в принципе нас заверяют о том, что во вторник, по-моему, приедет, приедут мастера подключать компрессоры, и по-моему со вторника уже пойдет заливка льда. Она будет проходить максимально быстро, мы надеемся, и 26-27, возможно, мы уже выйдем на лед здесь, покатаемся какой-то промежуток времени. Потом у нас есть планы, возможно, также зальют лед в Нижнем Новгороде, мы, возможно, выйдем на две- Товарищеские игры это может быть 31 -го и 1. -го. И после этого, после Нижнего Новгорода прямо оттуда отправимся в Ульяновск, где проведем мини-сбор такой 5-6 дней до чемпионата, как раз 7 числа мы начинаем, скорее всего, в Ульяновске, потому что э у команды Динамо Казань, Акбарс Казань. У нее, скорее всего, не будет льда, мы уже с ними переговорили, и они по регламенту за 3-4 дня скажут нам, где будет этот матч, но скорее всего он будет. В Вы буквально сняли у меня с языка вопрос про лед, и, соответственно, следующий вопрос про календарь, потому что недавно был опубликован календарь нового чемпионата России, не полный календарь, пока несколько месяцев, буквально ноябрь и декабрь до Нового года, и первые туры Родина как раз проводит на выезде. По планам сначала Казань, потом Ульяновск, потом Хабаровск и Иркутск. Иркутск. Иркутск-Хабаровск, Иркутск -Хабаровск. как вы уже сказали, скорее всего, матч с командой Акбарс-Динамо будет не в Казани, а в Ульяновске. Вот у меня такой вопрос: связан ли вот этот календарь первые четыре выездных матча с положением дел на стадионе родина, то есть в прошлом году помните? Нет, абсолютно, не связан сейчас как бы все, все под контролем. Если в прошлом году не работали два компрессора, то сейчас их наладили. Практически все, все машины работают, все готово к заливке льда, никаких вопросов к стадиону вроде бы сейчас нет. И это не связано, конечно, может быть, скажем так, федерация, конечно, имеет в виду прошлый год. В том, что но стадион сейчас в хорошем состоянии, то есть он готовится к чемпионату России, и я думаю, что он будет готов. Тогда такой вопрос для вас, как для тренера. Провести первые четыре матча чемпионата на выезде, это плюс или минус? Или и не играет роли большой? Ну, вы знаете, я по натуре оптимист, когда меня спрашивают, какой, как вам календарь, я всегда, в принципе, отвечаю на один и тот же вопрос одинаково. Я говорю, так нам все равно придется играть со всеми командами по одному разу дома, по одному разу на выезде, и поэтому, ну, где-то есть хорошие моменты, где-то есть чуть похуже моменты. Но мы пытаемся многими многое что отладить в этих ситуациях. Думаю, что будет нормально. И четыре игры в начале дома, потом у нас хорошие три игры хороших очень дома, где нам нужно набирать очки. Будем стараться, будем играть, будем радовать наших болельщиков, я думаю. Не так давно прозвучала задача перед командой, что Родина должна бороться за путевку в плей-офф, то есть занять место не ниже восьмого. Как думаете, кто будет соперниками нашей команды в борьбе за эти места? Ну, все команды, которые вот занимают места где-то с седьмого по... 14-е. Вот они и будут за это бороться, за эти места, потому что команда с 1 по 6, -е, наверное, они чуть повыше уровнем, чуть повыше классом. И здесь это. Не я один так говорю, это многие специалисты. Да, наши команды, вот, которые занимают места с 7 по 14, чуть ниже уровня. но у нас тоже есть хорошие хоккеисты. Мы хорошо готовились. Мы готовимся к чемпионату. Мы тоже хотим выглядеть лучше и лучше и будем стараться это делать. А уровень Родины по сравнению с концом прошлого сезона он э, вырос. И если вырос, то насколько существенно? Ну, понимаете, мне трудно судить сейчас: прям вот, вот конкретно сейчас. Я думаю, болельщики. Когда придут на матчи Кировской Родины, я думаю, они увидят, оценят. И тогда мы уже будем говорить о том, что вырос класс нашей команды, не вырос класс нашей команды. Потому что голословно не хочется об этом говорить. Но то, что мы усилились, это точно. У нас пришли три игрока достаточно боевитые. Это Роман Козулин, это Денис Цыцаров, Александр Гаврилов. В принципе, поигравшие игроки. Молодежь растет, прогрессирует, даже не обсуждается. Поэтому вот сплав молодости, опыта, вот это конкретно моя задача, вот совместить вот это все и двигать команду вперед. Ну, к сожалению, не обошлось и без потерь. У нас игровую карьеру завершил Сергей Перминов, капитан команды в прошлом сезоне. И, к сожалению, закончил с хоккеем молодой защитник Кирилл Бармин. Насколько существенны вот эти потери? Ну, конечно, они очень существенны. Сергей абсолютный бомбардир, абсолютный капитан, лучший игрок прошлого сезона Кировской Родины. И здесь не обсуждается. Он... Но так случилось, так, такова жизнь, что травма, им, полученная им, ну, скорее всего, давным-давно уже, она его давно мучает, она оказалась непоправима для его здоровья, то есть мы пытались что-то сделать, но никак не получается, он начинает тренироваться, у него боли появляются, поэтому Сергей... Принял такое мужественное решение, что нужно закончить. И э, я отнесся к этому с пониманием, хотя я ему, конечно, говорил, Сергей, может быть, еще подумать, посмотреть, может быть, куда-то поехать, полечиться. Но он сказал, что э, меня знают таким, каким меня знают, хуже я быть не хочу. Поэтому... Я с пониманием отнесся к Сергею. Что касается э, Кирилла Бармина, ну здесь ситуация была изначально понятна, потому что он говорил, что вот он хочет э, поступить в определенный вуз, очень хороший. Если ему это удастся, то он покинет нас. Ну, мне оставалось только согласиться с этим, ничего здесь не поделаешь. На замену Сергею Пермину вы уже сказали, что пригласили опытного Александра Гаврилова. Это прямая замена по нет, позиции? Нет, 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 нет. Александр Гаврилов не на эту позицию приглашен. У нас на позиции нападающих, на позиции инсайдов молодые ребята, Нелюбин, Кураев, Маслов. Вот, вот эти вот ребята, молодежь. Будем да. наигрывать, и они прогрессируют. Я еще раз хочу повторить. Посмотрите, увидите, приходите, смотрите. Кстати, по поводу молодежи, на Кубок России, который состоялся в Ульяновске в сентябре, вы взяли достаточно много молодых хоккеистов. Не все, конечно, выходили во всех матчах, но тем не менее кто-то успел дебютировать. Это такой аванс ребятам на будущее? Конечно, на аванс. Это даже не обсуждается. Я посмотрел и просмотрел очень много молодежи за весенний период моей здесь работы, за сейчас вот на сборах. Я очень много посмотрел молодежи, кого-то взял. Да, это скорее всего аванс но аванс такой хороший потому что и возраст у них уже мы говорим что молодые хотя уже там 17 18 19 лет это тот возраст когда можно себя проявлять и нужно себя проявлять поэтому здесь все, все как полагается есть взрослые ребята есть молодые молодые подпирают взрослых это процесс команды как, как раз это то что нужно еще немножко о Кубке. В этом году команда под вашим руководством заняла на Кубке пятое место. Набрали 8 очков. Два матча, в двух матчах победили, в двух сыграли не в чью, а в трех проиграли. Можно ли вот этот результат считать успехом или на нем зацикливаться пока не нужно? Абсолютно никакой зацикленности и задач мы перед собой даже не ставили. Я еще раз повторю, мы ставили какую-то игру, мы находили взаимопонимание, причем взаимопонимание не только хоккеистов на льду, но и взаимопонимание с тренером. Здесь много было нюансов, которые кто-то что-то недопонимал, кто-то что-то там исправлял в своей игре. А у одного тренера одни требования, у другого другие. Поэтому задач перед нами не ставили, чтобы мы заняли какое-то определенное место. Поэтому мы решали такие глобальные вопросы по качеству нашей игры, по пониманию, по всему вот этому. Ну, результаты Кубка уже известны, сам турнир прошел довольно давно. Единственное, меня интересует вот какой вопрос. Все говорят об игре, о результатах, об очках, о забитых мячах, но как-то обходят сторону эпидемиологическую. То есть, насколько в Ульяновске в момент проведения Кубка России соблюдались вот эти все требования, и какие-то из этих требований будут соблюдаться в чемпионате? Может быть, вы уже знаете? Ну, точно не знаю, потому что каждый регион конкретно будет принимать решение по зрителям индивидуально то есть он может быть разный то есть от 10 до 100% то есть это точно, я знаю. Что касается стадионов, это проход на них для, даже для спортсменов обязательно в маске, обязательно с измерением температуры. Поэтому здесь ничего нового нет. Мы и сами это понимаем: что обезопасить себя вот масками, какими-то санитайзерами. Все это мы делаем, все это мы следим. И также на каждых стадионах это будет. Я думаю, что чемпионат в любом случае проведется. Потому что, смотрите, Смотрите, все, все команды играют в футбол, хоккей с шайбой, да, где-то кто-то болеет, но я еще раз повторю, что мы вряд ли коронавирус пройдет мимо нас всех тогда следующий вопрос мы с вами весной помните, если встречались я вам задавал такой вопрос в какой хоккей будет играть ваша команда будет ли он оборонительным будет ли он атакующим вы сказали что хоккей в любом случае должен быть современным Современным. да тот хоккей который показывала Родина на кубке россии во время ледового сбора еще в августе и тот хоккей который вы прививаете команде он все таки вот каким будет в чем современным я еще раз говорю то есть я считаю что команда которая каждый раз играет одной тактикой. То есть, например, допустим, я вот просмотрел много матчей в прошлом году. Кировская Родина. Очень много матчей она играет от обороны. Это... Команды, которые с ней играют, знают Это находят какие-то противоядия Против плотной игры в обороне А когда им команда играет разнообразно То есть она может агрессивно играть в, в обороне То есть активно отбирать этот мячик То тут уже становится Все сложнее для других команд Поэтому мы на Кубке России Пробовали играть по-разному Очень много играли активно Очень пытались играть от обороны То есть пытаемся Наиграть разные такты чтобы применять это в чемпионате с разными командами по разному пробуем у нас честно скажу нет таких вот супер каких-то игроков мы пытаемся брать все работой дисциплиной поэтому стремимся вот к чему-то тому что тренер говорит нужно выполнять пробуем чем сейчас команда занимается? Какой график тренировок? Двухразовые, может быть, одноразовые? Где занимаетесь, на льду или на земле? Ну, мы практически сейчас четыре раза занимаемся во Дворце спорта «Союз» на льду. Периодически тренажерным залом вересниках занимаемся, периодически велосипедные тренировки у нас есть, кроссовая работа, то есть стараемся совместить много чего для того, чтобы подойти к большому льду вот, в полной боевой готовности, а не какими-то разбитыми, потому что мы не катаемся на большом льду. Нет, мы подойдем в хорошей форме, и на большом льду еще больше наработаем э, тех моментов, которые нам нужны, и будем в хорошей форме к началу чемпионата, я думаю. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что для любого специалиста, для любого тренера последние полгода они были достаточно специфическими в плане подготовки. А вообще вот этот период времени для вас стал самым неординарным в вашей тренерской карьере? Ну, вы понимаете, когда я в прошлом году разговаривал с ребятами, разговаривал с тренерами, которые остались здесь, для меня было нонсенс какой-то, что тренировочный процесс не так хорошо был налажен, где-то провалы были в ледовой подготовке. Это, конечно, сказалось в чемпионате, и поэтому для меня как тренера пришедшего в новую команду мне нужно было э, правильно сделать тренировочный процесс э, чтобы он был неразрывным каким то поэтому Здесь все сложилось достаточно, еще раз повторюсь, неплохо. Все, что я просил, какие сборы я просил, какие-то э, тренировочные базы здесь в Кирове. Это вот, Вересники, Порошина, Союз, Дымка. Всем хочу сказать огромное спасибо. Все откликнулись, все дали нам лед, э, поэтому тренировались в полном объеме, и тренировочный процесс был качественным. Ну и, наверное, последний вопрос. Совсем недавно правительство Кировской области выпустило новое постановление с небольшими ограничениями. Коснулись ли эти ограничения вас, как профессиональной команды? Нет, пока нас они не коснулись. Профессиональным командам разрешено тренироваться. Мы тренируемся, работаем в полном объеме. Никаких пока для нас ограничений нет. Ну что ж, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Я напомню, что в эфире был главный тренер хоккейного клуба «Родина» Андрей Рушкин. Это программа «На спорте». Большое спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Приходите, болейте за нас, болельщики Кировской Родины. Мы будем надеяться, что мы вас порадуем. «На спорте».